И снова здрасте, дорогие друзья, дорогие зрители. Ну и, разумеется, наши маленькие зрители, которым просто интересно, как пройти вот эту вот игрушку с забавным крокодильчиком. Ну, в общем, собственно говоря, ради этого я и снимаю это прохождение. В общем, мы продолжаем проходить Крока. И надо сказать, я в этом преуспел. Так, ну вот. О, еще один гобос. Можно сказать, что все идет на лад. Ух ты, ничего себе. Так, это я упустил из виду. О, теперь у нас целых два ключика. Прям как в Вольфенштейне. Я надеюсь, хоть кто-нибудь помнит эту замечательную игру. Вольфенштейн 3D. А, вот это была игра. Да. Там тоже были вот два таких вот... два ключа вот таких же цветов. И каждый открывал свою дверь. Да, и там было всего лишь 4 вида оружия. Вы только подумайте, всего 4. Насколько я помню, нож, потом пистолет Люгер, автомат Шмайсер и какой-то неопознанный пулемет. Зато врагов было много. Но от этого игра была только интереснее. Конечно, в эпоху третьего Крайсиса и Фар Края мало кто помнит о таких вот старых играх. Но тем не менее приятно слышать о тех, кто все еще помнит. Я за вас, друзья. Ну и в чем подвох, ё-моё? А, никакого подвоха нет. Все честно. Просто крутящиеся платформы перемежаются с такими вот нехорошими. Ну и тут, разумеется, враги. Всякие нехорошие там вещи. Вот такие вот узкие островки. И это нормально, да, это нормально на самом деле. Вот только это ужасно обидно. Все, все путем. Кстати, забавная птичка. Интересно, она кто? Какая порода? Так, Чумли Сноуден. Непонятно, что написано. А, принимает ванну холодом. Чё, чё такое? Ты чё хочешь сделать? Термос, блин, присоединить. И мне с этим придется сражаться? Да вы что, издеваетесь? Да, вы издеваетесь. Очень смешно. Да, Петросян просто утирается слезами. Вообще, вот такие вот уровни с боссами, они достаточно простые. Вот потому что там три зоны, вот первые две, это предбанничек такой, а третья зона, это уже босс. Вот как вы сами можете видеть, вот это вторая уже зона. Следующая зона будет непосредственно сражение с боссом. Так, ладно, теперь дальше. Отлично, все путем. Оп, все. Ну и ты типа тот самый, с которым я должен сражаться? Да, не повезло тебе, парень. Давай, давай. Ну давай. Давай, я сказал. Падай. Да падай уже. Остался последний, третий раз его отшлепать хвостом. Ой. Все.
Да, чувак, мне жаль, что я тебя так вот заделал. Надо тебя научить в следующий раз выбирать себе друзей. Но, к сожалению, на этом не все. Ух ты! Секретный уровень. Похвально. Ну что ж, тогда пройдем. Не оставлять же его просто так. Так, вот здесь вот сохранимся. Позади нас только стена. Теперь осторожно прыгаем по платформам. Оп. Кстати, если кому-то показался забавненьким вот этот барбосик, то я вам хочу сказать, ни хрена он не смешной. Он такой же блохастый и противный, как... не знаю даже с чем сравнить. Ну ладно, я просто помолчу. Оп, куда? Оп, все, пойдем. Давай, давай. Опа. Ну, опа. Так. Вот что самое хорошее в секретных уровнях, так это то, что там нету ни гобусов, ни драгоценных камней. Только вот такие вот кристаллики. Это на самом деле хорошо, потому что не нужно волноваться из-за того, что ты кого-то там упустил. Ну давай уже, растягивайся, сухожилие. Мне интересно, вот что это вообще такое? Я не знаю. Так. А, ты что делаешь? Фух, да, вот механизм, по которому используются вот эти вот самые забавненькие кристаллики, это то же самое, что и в Сонике. Я хотя в него и не играл, потому что у меня Сеги не было, у меня был PlayStation. Я вот все-таки знаю, что такое Соник и что там да как. Я вообще играл только в Sonic Advance на Game Boy Advance. Не, ну, кому-то, конечно, до сих пор нравятся игры от Sega. Я не спорю. Чё, играйте, это ваше дело. Я просто делаю прохождение и никого не заставляю играть в те игры, которые я прошел. Ладно. Я думаю, хватит тут уже демагогию разводить, или как это называется. И давайте уже просто поиграем на камеру. Так, сохранимся. Опа. Ну и теперь что? Что-то непонятно тут. Непонятно. Ладно, зайдем сюда. И в чем логика? Я не знаю. По-моему, это хитрый план. Не, ну, в самом-то деле это даже логично, потому что вечно этим вашим разработчикам нужно какой-то хитрый план придумать. Так, ну ладно, вот я вижу свечение. Так. Очень смешно. Оп. Так. Опа. Блин. Не получилось. Давайте еще раз попробуем. Опа. Все, пойдем. У нас уже 21 жизнька. Это хорошо. Все. Возвращаемся обратно. Вообще, если честно, я не люблю такие вот уровни.
Так, вот это хорошо. Минутку, а где рубин? Как-то это подозрительно. Мне это не нравится. Так, вот сейчас вот, давай. Опа. Опа. Ну давай. Последний. Все. Так, ну там вот ключик виден, это хорошо. Фух. Ну, в общем, понятно, куда дальше идти. Но на этом, к сожалению, наша серия закончилась. С вами был Карлик в свитере. Я еще вернусь.